Скажи соседу привет, русский. Привет, русский. Хорошо, молодцы. Так, какие профессии мы с вами знаем? Какие профессии мы с вами знаем? Давайте вспомним. Давайте спросим. Какая? Какая? Это? Это? Профессия. Профессия. Это? Это? Что у нас? Какая это профессия? Какая это профессия? Кто-то знает? И вы можете открывать свои книжки. Miracle? Художник. Это? Это художник. Это художник. Да или нет? Да. Да, это художник. Хорошо. Какая? Какая? Это? Это. Профессия. Профессия. Какая это профессия? Walt? Какая это профессия? Шарлотт? Да-да-да. Ну, только что сказали. Это, Келси? Это художник. Это художник? Да или нет? Да. Да, это художник. Маленький. Маленький художник. Маленький художник. Какая? Это? Это профессия. Профессия. Это? Это? Кто это? Кто это? Все одни и те же руки. Кто это? А? Кто это? Кто это? Кто? Walt. Да, вспоминайте. Prada. Ronnie. Это врач? Ну-ка посмотрим. Это врач, да или нет? Да. Нет. Нет. Что это? Это кто? Кто это? Miracle. Продавец. Это русский продавец или американский продавец? Русский продавец в русском магазине. Да, в русском магазине. Русский продавец. Хорошо. Сейчас будем делать номер два. Да? Номер два. Let's ask Маша и Медведь who she wants to be and who he wants to be, right? Хорошо. Пожалуйста, давайте спросим. Маша. Маша. Кем? Кем? Ты. Ты хочешь, быть, кем, ты хочешь, быть. Хорошо, давайте спросим ее. Что Маша говорит? Я хочу быть врачом. Я хочу быть врачом, Маша говорит, да? Давайте спросим еще. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть певицей. Певицей. Маша хочет быть врачом, и Маша хочет быть певицей. Маша хочет быть певицей. Хорошо, еще раз. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть. Это новое слово. Поваром. 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 Да, Маша хочет быть кем? Еще раз. Маша хочет быть врачом. Маша хочет быть певицей. И Маша хочет быть поваром. Поваром. Хорошо. Еще раз. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть художником. Еще раз. Я хочу быть художником. Художником. Хорошо. Еще раз, теперь вы задаете.
Кем ты хочешь быть? Я хочу быть моделью. Моделью. Она хочет быть моделью, да? Хочет позировать, хочет быть моделью. Хорошо? Давайте еще раз. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть парикмахером. Помните? Парикмахером. Парикмахером. Хорошо. Еще одно. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть спортсменкой. Спортсменкой, да, спортсменкой. Хорошо. А теперь давайте спросим кого? Не Машу, а кого мы будем спрашивать? Медведя. Медведя. Давайте спросим. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть учителем. Учителем он хочет быть, да? Хорошо. Дальше. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть музыкантом. Молодцы. Молодцы. Сейчас спросим его. Все, задали вопрос. Теперь вставайте. Today, what is our today's objective? What is our main thing that we're doing? Share with your partner first. Хорошо, пожалуйста, скажите теперь мне, какая сегодня у нас цель урока? Какова, Шарлотт? Какова цель урока? What are we learning today? We're learning how to ask someone what they want to be and what do you want. Okay, so we are learning not just how to say who you want to be, but also to ask a question. How to ask someone. Okay, very good. Пожалуйста, сейчас мы говорим что? Говорим по-русски. Хорошо, говорим по-русски. Пожалуйста, будем его кидать. Если вы его роняете, вы говорите ему что? Извините. Мы говорим ему извините, если вы его роняете. Хорошо. Пожалуйста, сначала буду я спрашивать, а потом будете вы спрашивать. Пожалуйста, скажите мне, кем ты хочешь быть? Нет, вопрос, кем ты хочешь быть? Ага, я тебе вопрос задаю, да, Бриттен? Я тебе вопрос. Кем ты хочешь быть? А ты мне отвечаешь, да? Я хочу быть учительницей. Учительница, молодец, Бриттен. Давайте спросим вместе. Кем? Ты хочешь быть? Кем ты хочешь быть? Так, пожалуйста. Я хочу. Ты хочешь быть спортсменкой? Молодец, кидай. Кидай. Давайте все вместе, все вместе, все вместе. Кем ты хочешь быть? Еще раз. Кем ты хочешь быть? Хорошо. Пожалуйста, кем ты хочешь быть? Я хочу быть президентом. Мередит хочет быть президентом. Раз, два, три. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Сейчас мы будем делать маленькую сценку. Да? У нас будет Маша, и у нас будет кто еще? Ивашка. Хорошо, так, Адам, идите сюда, вы будете Ивашкой. Ну, вы будете хорошим Ивашкой, вы будете хорошим Ивашкой. Так, пожалуйста, давайте, хорошо.
Извините, извините. Мы смотрим, да, Грейсон, и слушаем. Стивен, мы смотрим и слушаем. Они будут хорошими Машей и Вашкой, да? Хорошо, давайте, начинайте. Слушай. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Маша. Как дела? Хорошо. Сколько тебе? Мне 9 лет. 10, ага. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть учительница. Я хочу кем ты хочешь быть? Я хочу быть полицейским. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. А? И? До свидания. Хорошо, спасибо. Скажите спасибо, Маша. Спасибо. Ага, и спасибо, Ивашка. И спасибо, Ивашка. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, повернитесь к вашему партнеру. Партнеры. Здравствуйте. Так, Miracle и Meredith могут быть партнерами, да? Здравствуйте. Так, а вы можете быть партнерами со мной, да, Стивен? Со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец. Так, как тебя зовут? Как тебя зовут? Ага. Меня? Меня зовут Маша. Стивен. Ага, молодец. Как дела? Хорошо. Молодец, Стивен. Вау, молодец. Хорошо. Кем ты хочешь быть? Я хочу быть американский футболист. Теперь ты меня спрашивай. Я хочу быть учительницей, да? Я уже учительница. До свидания. Хорошо, молодцы. Хорошо. И вы готовы? Готовы или еще минутку? Все, теперь готовы. Хорошо, молодцы. Теперь мы переходим на следующую нашу. Что мы делаем сейчас? Номер 6. Это что? Research. Хорошо. Хорошо. Пожалуйста, я жду тишины. Каждый из вас должен иметь в руках карандаш, как русский ученик. Пожалуйста, возьмите карандаш. Карандаш. Тебе нужен карандаш? Карандаш. Да. Кем ты хочешь быть, Уолт? Адвокат, да? Адвокат здесь есть. Хорошо. А? Да. Не надо, нет, не надо. Хорошо. Слушайте меня, пожалуйста. У всех есть карандаш? Покажите. Тебе нужен карандаш? Держите. Тебе нужен карандаш? Держите. Тебе нужен карандаш? Держите. Тай, карандаш нужен? Карандаш. Карандаш. Нету твоего. Вот. Забыли, да? Забыли. Хорошо. Пожалуйста, посмотрите сюда. Дайте мне ваши глаза. Грейсон, дайте мне ваши уши. Джилия, дайте мне ваши глаза и уши. Онтарио и Джед. Хорошо? Если я хочу спросить, например, я хочу спросить Ариэль, и поэтому я поставлю букву что?
А, да? Хорошо. Ариэл, кем ты хочешь быть? Я хочу быть спортсменкой. И что я делаю? Спортсменка. И президент. Молодец. Хорошо. Дальше я, например, подхожу к деду, и поэтому я ставлю букву J, и я спрашиваю: дед, кем ты хочешь быть? И дед мне говорит: я хочу быть... Тоже? Тоже Ариэл и Джед хотят быть спортсменками и президентами. Хорошо, и спортсменами тоже, да? Хорошо, например, следующий человек, к которому я подхожу, будет Мэддокс. Мэддокс, кем ты хочешь быть? А надо все предложение. Надо все предложение. Фиолетовый уровень. Архитектора, молодец. И что я поставлю тогда? У меня есть архитектор. Нет, тогда сюда напишу что? Архитектор. Хорошо? А теперь, например, пожалуйста, Мэддокс, встаньте, покажите нам, как вы будете делать, если вы будете так. Угу. Спросите. А спросите, Мэддокс, спросите. Кем ты хочешь? Угу. Я хочу быть полицейским. Полицейским. Хорошо. Хорошо? Спасибо. Садитесь. У вас есть какие-либо вопросы? Вопросы ко мне? Да? Пожалуйста, Шарлот. Вопросы есть? Вопросы? Any questions? Нет? Нет? Все? Чет? So, how do you say architect? Mm. Architect, engineer. Инженер. Okay. Инженер. Расскажи, как сказать, okay. Как сказать по-русски engineer? Инженер. Хорошо? Хорошо. Да, можно, можно. Mm-hmm. Brittany asked if you're going to be moving around the room and if it's okay to move around the room. Yes. Хорошо. Спасибо. Any other questions? Нет? Готовы? Да. Хорошо. Хорошо. И на три. На счет три. Хорошо? Один, два, три. Встаньте, начинайте. А? Ой. Я забыла вам дать. Ой, забыла. Ну, ничего страшного. Хорошо. Начинайте. Кем ты хочешь быть? Хочешь. Хорошо. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Тишина. Тишина. Хорошо. Пожалуйста, возьмите ваши листочки. Возьмите ваши листочки и положите их куда? Ваши карманчики. И закройте. И закройте. Пожалуйста. На счет пять. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Мередит, положите. Вот, положите. Пять. Нет, пять только. Четыре. Четыре. И пять. Закройте. Вот, закройте. Келси, закройте. Закройте. Вот, закройте. Закройте. Адам, закройте. Спасибо.